На деньги, да. Первый ролик выиграл. У меня еще, знаете, что у меня еще Ну что, всем привет! Сегодня будет развлекательный ролик. У нас же развлекательный канал. Тем более уже дело к лету идет, становится тепло, все на улице гуляют. Сейчас я телеграм-канал скажу подписчикам, что я здесь. И мы начнем с того, что кто первый придет сюда в KFC, тот получит все то, что он сможет съесть. Ну, то есть я ему куплю столько еды, сколько он сможет съесть. Заходим в телеграм-канал, который называется тоже Маматов ТВ, так же как и канал. Так, ну я уже в городе. Сейчас я покажу, где я. Это вот фонтаны, Платановая аллея, KFC. И кто первый сюда придет, тому я куплю все, что он сможет съесть. Я думаю, кто-то рядом по-любому есть уже. Они где-то в ожидании. Просто я говорил, что сегодня будет челлендж. Сейчас посмотрим. Очень интересно, где ожидания. Откуда, с какой дырки кто выбежит. Пацаны, если были подписаны, да, сейчас фартануло бы. Они просто не знают, что тут происходит. Потому что не подписаны. На телегу, на YouTube-канал. Опа, вот он. Так, у нас есть, вот он, победитель. Сейчас он будет есть. Ну, сейчас ты бежал, да? Откуда ты бежал? Что, идем? Идем. Как все, как ты любишь, еда. Они уже прошарены, да, сразу, типа, возьми мне там 10 килограмм бургеров. Ведро крылышек, да? Не, ведро крылышек не смогу. Да, колу 0,8 берем. Колу 0,8? Да. Да, литр бери сразу, чего. Да, там только максимум 0,8. Так бы и 2 литра взял бы. А выпил бы? 2 литра. Колы выпил? Да. Да? Вообще с кайфом бы улетело бы. А он не выпил, а газированный. Если залпом, то нет, так да. А, в течение дня, да? Нет, за минут 5, да. Спокойно. Можно взять. Да блин, я только недавно хавал, потому что. А ты мог передать другому? Нет, я зачем бежал? Я чуть не сдох, пока прибежал. Так, все. Что там? Ну, кола, мой баскет и чикенбургер. Ну а что, я покушаю, мне хватит. А то приседать потом 100 раз не хочется. Знают уже правила все. Если не съешь, приседаешь 100 раз. Все, пойдемте забирать. Пойдем. Вот он, твой набор. Кучка. А горячая. Что лучше, KFC или Макдональдс? По цене KFC. А если, ну, по вкусу там? По вкусу? Ну, скорее всего, Мак. Мак лучше? Если из бургеров смотреть, то Мак. А вы что скажете? Что лучше, KFC, Мак или что там еще есть? Бургер Кинг. Что лучше из этих? Или мой чечевичница. Короче, ладно, ты пока ешь, а мы передвигаемся на площадку. Где? Меня мусора поймали. Я понял. Догадались, да? Две ноги должны залететь сразу. То есть прыжок и потом просто их поднять. Вообще, можно, короче, без обуви, как хотите. Да, шансов больше. Кто первый? Давай, пошел. Ну, давай, котлеты. А их не получилось. Почти, ну да. Но, эх. Но, почти. Тоже 1000 рублей заберет, а? И? Почти. Ну, может, ты? Нет. Оп. Оп, почти. Уже рядом. Вот так них и пойдешь. Первый ролик выиграл. Все? У меня еще, знаете, что у меня очень носок? А мне так было позволить. Ну что, движемся дальше. Ну что, замочки? Ты первый? Да. А, поел, да, и первый, да? Да. Ну давай. А, угадать просто надо замок. Да, если он открывается, забирает 500 рублей. Да, то есть раз, сразу, да, первый и откроет. А, то есть это надо еще и замок правильно. Да. Короче, я беру вот этот. Это тоже не этот. Выбирай любой. Да он не определится все равно. Все, да. Уже все, да. Да. Что, вот. Ну ладно, не фартануло, что ты там. Проверь свою удачу, да? Молодец, фартануло. Что-то вам сегодня фартит, да? Да, мы трое пришли. Денег. Спасибо. Мы движемся дальше, да? А, давай. Смотрите. А, вот так становимся, руки здесь. Надо поймать мяч, я буду бросать. Будем считать количество раз. Кто больше всего поймает мячиков, тот и выиграет 1000 рублей. Задание понятно? Да. Один. Блядь, как нет. А вот. Пока ты победитель. Никто не сделает его братски, не надо. Я хочу просто дальше. У тебя и так уже 1000 есть. Он один раз поймал. За деньги, да. Деньги? За деньги? Деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Сделай два раза. Ладонь вниз. Давай еще раз. Вот. Спасибо большое. Пока-пока. Так, ну поехали. Один.
два, три, четыре, пять. Кто здесь пока? Еще какой? Один. Ну давай, сейчас будет интересно. А я думал, я на тебя рассчитывал, блин. Победитель. Еще рублей. Что надо сказать? Подписывайтесь на канал. Молодец. А мы движемся дальше. В чем челлендж? Подкидывайте деньги. Нет. Ты берешь вот так вот примерно отщипываешь. Или я отщипываю. Я первый учу. Если угадаешь, сколько там денег, выиграешь 1000 рублей. Понятно, да? Да. Ну давай, прикидывай, сколько там в этой пачке денег. Ванга. 1, 2, 3. 110 тысяч. Считай. 5, 10, 20, 25, 85, 90, 100. Там больше. Тут больше. Так, что, готов? Ты отщипнешь? Давай, отщипни. Отщипните 10 тысяч. Нет, не надо, не. Ладно, все, я нападу. Все, не прокатит, я отщипываю. Пятерку, 5 тысяч. 1, 2, 3. 215. Деньги легче, что? 40, 50. Это чем деньги? Я бы меня сбили. Так это тоже деньги. Нет, там 240. Давай, ну пусть и так будет. 1, 2, 3. Точную сумму называй. 120? На 5 тысяч. Как деньги видите, сразу вот так начинается. Участвую? 145. 145? На 15 тысяч. Так я тогда угадал, мы когда снимали, я просто в прикол взял, сказал. Ну а сразу, я угадал, случайно просто. 180. Давай, кто больше поймает купюр, тот забирает бабки. Так, сейчас кто-то по-любому выиграет. Смотрите, в чем задание. Я сейчас вверх бросаю эти все купюры, потом мы считаем. Кто больше поймал, тот забирает 1000 рублей. Задание понятно? Да, да. Есть. Подождите, пацаны, если кому-то кулак, блин, в лице, я не виноват. Готовы? Нет. Они делятся друг с другом. Эй, смотри, что делают. Дает ему деньги. Они поделили, ему все взяли, дали. А зачем вы ему все дали? Они скинулись. Заругайся. Я видел. Заругайся. Такого не было. Они скинулись. 55 тут. Они скинулись. 140. 20. 40. 60. 80. 100, 110. Вот эти варианты отпадают, которые были нечестные. А, 10. 20. А. Сколько у тебя? Ох, это бабочок. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и комментарии. А я на этом ролике выиграла. Надо играть честно. Нельзя вот это мучерить. Смотрите, вот она, аферист. Я его поймал. Аферист. Мусарню за его не пиши. Ладно, все. На этом все. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока.